Место встречи – памятный знак «Боевая машина десанта» в микрорайоне Боровуха. 2 августа – день воздушно-десантных войск. Военнослужащие начинают с традиционного построения и поздравлений. А далее уже традиционный автопробег. Несколько десятков автомобилей. Для участников автопробег – это возможность встретиться с сослуживцами, вспомнить годы совместной службы. Поддерживали военнослужащих воздушно-десантных войск, их семьи, а также участники мотосодружества Полоцкого региона и представители братства воинов-интернационалистов. А для нас это означает, в первую очередь, это память сквозь времена. Это самое главное, чтобы мы могли всегда рассказать нашим детям, самим помните, рассказать нашим детям, нашим внукам о том, что наше государство, так сложилась ситуация, участвует во многих войнах и никогда не несло агрессии. Главные герои, конечно, те, для кого тельняшка и берет не просто атрибуты, а часть жизни. Старт автопробегу был дан от памятного знака «Боевая машина десанта». Далее движение следовало к мемориальной доске Василия Маргелова. После автомотоколонна переместилась к памятнику воинам-интернационалистам «Расколотая звезда», где прошло возложение цветов и венков. После чего участники автопробега отправились в Полоцк, где посетили курган славы и памятник Отечественной войне 1812 года. Автопробег завершился объездом захоронения воинов-интернационалистов Полоцка и Новополоцка. Для меня очень поочередно присутствовать 2 августа на автопробеге. Каждый год я участвую в этом мероприятии. Так мы встречаемся с друзьями, проводим время, едем автоколонной по памятникам значимым погибшим товарищам. Праздничная программа не ограничится одним днем, и уже 3 августа зрелищная программа пройдет в микрорайоне Боровуха. Но именно сегодня, 2 августа, в день образования воздушно-десантных войск, поздравления звучат в адрес каждого десантника. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.